47 вопрос. Установите соответствие между изображением железы эндокринной системы и гормоном, который она вырабатывает. Под цифрой 1 изображена щитовидная железа. Щитовидная железа вырабатывает гормон тироксин 1D. Под цифрой 2 изображена поджелудочная железа. Поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин 2А. Под цифрой 3 изображен яичник. Яичник – это железа, вырабатывающая женский половой гормон прогестерон 3В. Под цифрой 4 изображен надпочечник. Надпочечники вырабатывают адреналин 4Г.